200 интеллектуалов с Беларуси и России приняли удел у турнира «Зимовый лис». Спаборництво ладится в Беларуско-Российском университете. За час основания, это 20 год, интеллектуальный турнир стал интернациональным. У программы спаборництва такие интеллектуальные гульни, как «Что, где, коли», «Брейн Ринг», «Музычная скарбонка». Зимовый лис ладится у Могилёве с середины 90-х. Турнир нават старейший за некоторых удельников. За гэты час он собрал свою аудиторию аматоров, так бы мовить, интеллектуальных видов спорту. Первый раз на зимний лис я приехал еще в качестве игрока студенческой лиги в 2011 году. Сейчас уже приехал в качестве тренера. То есть турнир развивается. То есть я сюда уже привожу тех детей, которые тренируются у нас в Минском клубе. Мы представляем команду Брянского государственного технического университета. Вот я в ее составе первый раз, тут еще ничего не знаю, но надеюсь тоже получить опыт. Уровень очень радует, потому что действительно в Беларуси очень качественно и хорошо организуют интеллектуальные игры. Например, у себя мы не играем в Brain Ring, а здесь он представлен. Очень интересно попробовать свои силы. У интеллектуальном спаборництве сустракаются юнаки и девчаты, новички и маститые знавцы. Всем известно в России и в Беларуси, что уровень знатоков белорусских именно и «Что, где, когда» и других интеллектуальных игр очень высокий. Поэтому нам приятно приезжать на такие турниры, где соперники всегда сильные, и, быть может, это помогает нам потянуть свой уровень. Это помогает им в дальнейшей жизни, и в то же время как бы формируются сильные команды, которые в будущем, я думаю, будут бороться и на мировом уровне. За час основания «Зимовый лис» вырос из регионального турнира у этап республиканского чемпионата сярод студентов. Сёлета у ведах и логицы спрачаліся 30 команд. Алина Соловьева, Александр Артемьев, новини региона.